Ну а теперь приятная новость для тех, кому сложно открыть свои чувства. Теперь сделать это просто. Для этого нужно до 9 июля зайти на сайт ценопризнание.рф, кликнуть форму, написать признание и вписать нужные строки. Акция приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. Событие организовано администрацией города Мурома и Фондом социально-культурных инициатив. По их замыслу 8 июля этого года на родине святых Петра и Февронии на большом экране пройдет трансляция всех признаний в любви родным и близким. В акции Всероссийская организация «Чувств» сможет принять участие каждый желающий. Участник также получит сертификат о том, что чувства засвидетельствованы на родине святых покровителей домашнего очага, семьи, любви и верности.